Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами проходить приключения. Смотрите, как я, короче, себя чуть-чуть обновил. Стал такую одежду новенькую получил. Очень красавчик стал. Так, ладно, давайте. Меньше слов, вдоль, больше дел. Короче говоря, у нас сейчас первородная пустыня ОМОН. Ну и начнем. Так, этап 10.1. Легко. Требуем силы 169 тысяч, у нас 275 тысяч. Понеслась. Этап 10.1. Так, что золото? Золото есть. Нету золота. Ну ладно. А тут? О, а тут есть. У меня стало быстрее, короче говоря, к этому подходить, ну, к врагам. Но все-таки, когда 169 тысяч сил у врага, то уже помаленьку тяжеловато становится. Больше нет ничего, ладно, пойдем дальше. Тут тоже ничего нет, а тут... Да. Нормально. Так, сейчас волосы соберем. Ну, на раз не приходится, раз на раз, но... О, свирепый Анубис, красавчик. Жалко, нельзя играть. Жалко тебе убивать, но пришлось убить. Ух, красавчик какой, какой же красавчик. С бородатый стал, дядька. Так, переносимся сразу к следующему этапу. Этап 10.2. Так, но силы пока хватает, предостаточно, поэтому можно спокойно проходить дальше. Опять же играю без доната. И уже до 10 этапа дошел. Конечно, ежедневные подарки от игры просто удовольствие получать. Не, ну были бы лишние, наверное, деньги, я бы, естественно, может, вложил бы. Наверное, даже не естественно, а вложил бы, просто потому что, как бы, ну, разработчики тоже должны получать деньги. Но пока лишних нету, поэтому играем так, как можем. Ой! Ну, отлично. Продолжаем дальше идти. Меч Кладенец. Красота. Так, ну тут ничего нету, да? Ничего нету. Ну ладно. Кто-то сейчас у нас тут будет. Босс какой-то. О, хаотичный призрак. А, ну это без рогов еще, значит, дрищ. Ничего не гаси. Я даже без суперударов убил его. Такое ощущение, что они ходят с мешками с этим золотом. Потому что каждый раз как убиваешь их. О, 26 уровень, классно. Еще 4 уровня осталось. И можно попробовать вступить в эту, как его, в гильдию. И посмотреть, что такое гильдия вообще. Там, наверное, можно как-нибудь вдвоем играть, я так думаю. Или как-то с аклановцами. Ладно, переходим к этапу 10.3. Требуем силы 178 тысяч, у нас 276. Ну и вперед.
смотри, как... что делают, что делают-то, а? Сколько жизни отобрали, нифига себе. Оглушен. На тебе так убить. С помощью суперудара убьем. Золотце. Нету. Ну и ладно, побежим дальше. Что-то как-то зря тут потратил. Вот она. Нефтида, красотка наша. Интересно, тебя с одного удара можно будет убить или нет? Нет, с одного не получилось. Но мы ее, правда, можем сейчас с помощью этого спецприема убить. А я думал, глюк какой-то. Все, продолжаем дальше. Этап 10-4. Прямую силу 182 тысячи у нас больше. Я думаю, сейчас пройдем без помех. Я уже жду к того момента, когда будет очень тяжело проходить. Ты еще жива. О, другой ракурс. Ты прикольно, статуи ломаются. Не все, естественно, это, наверное, ломается. Ну да, Анубис не ломается. Классно то, что во время этого суперудара можно потом просто определиться, куда бить. Вот это тоже классно. Просто не тупо он куда-то в одно место стреляет, если ты не попал. А именно ты можешь сам выбрать. Это хорошо. Ну и опять этот ползун, блин. Ну-ка, посмотрим, тебя с одного удара сможем. Или теперь уже с одного раза никто не убивается. Да, хотя... из двух ударов убивается. Как у матрицы. Замедленная съемка. Так, переносимся к следующему этапу. Выполняйте задание, это самый быстрый способ заработать. Ну, это естественно. Так, ну и вот к последнему, пока в это видео переходим к этапу 10.5. Быстрее бы уже 30 уровень. Хочется уже в гильдию так вступить. А ниже 30-го я не нашел гильдию, в которую можно вступить. Ну, понеслась. О, классно, когда будет кататься на игрушке. Круто. Классно, игрушка. Все так быстро. Жалко, что на маленькое количество дают, конечно.
Хотелось бы просто побушевать бы на нем, бы кататься. Ну и на этом спасибо. Все. Нету ящиков. Так, кто у нас сейчас здесь? Кали. Кали. Обменялись ударами. Ну-ка, супер удар. Ну, естественно, она не сдохла. Потому что я промазал, блин. Но одно, что точно можно заметить, это то, что с повышением, конечно, этапов боссы не убивают с одного суперудара. То есть каждый раз приходится их... Вот теперь приходится уже в прошлом можно было... Так, ну ладно, на этом заканчиваем, потому что ролик, чтобы больше длинный не получился. Если в предыдущих этапах можно было с помощью одного удара, суперудара уничтожить сразу главаря, то теперь, конечно, приходится по два удара делать. То есть суперудар и еще один. Так, ну да, все, на этом заканчиваем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Может, если вы играете в эту игру и у вас есть гильдия, там можно чуть-чуть снизить, там тоже вступить, чтобы посмотреть, что такое хотя бы гильдия. Всего до новых встреч. Пока-пока.